раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому я просто покажу, как это работает. Итак, сегодня у нас суббота, 21 мая. И давайте посмотрим, как отработал бы робот в пятницу. 20 число, 5 мая 2016 года. Я просто включу бэктестер, то есть закачаю историю предыдущего дня, то есть пятницы. И мы с вами посмотрим, как отработает стратегия. Но прежде чем мы начнем, я хочу еще кое-что показать. А именно, какие настройки необходимо сделать трейдеру для того, чтобы запустить стратегии. Итак, все, что необходимо сделать трейдеру перед запуском робота, это поставить здесь свой входной депозит с учетом кредитного плеча. То есть, если ваш депозит 5000 долларов, например, это будет умножен на 100, 500 тысяч. Здесь вы ставите максимальную просадку допустимую, которую вы готовы терпеть, скажем так, и максимальную прибыль, при которой робот закроет все это дело автоматически. Ну, давайте поставим 600 долларов, так, чтобы у нас с вами был запас. После этого нажимаем на сейф, и дальше нужно просто нажать на одну кнопку. Отжимаю паузу. Только до этого давайте мы закроем то, что у нас уже успело открыться, чтобы у нас была чистота эксперимента. И понеслась. Значит, что вы видите сейчас? Машина открывает позиции полностью в автоматическом режиме. Здесь стоит ограничение по максимально возможному количеству открытых позиций. 11 позиций, не больше 11 он открывает. Ну, сделано в основном для того, чтобы трейдер мог наблюдать в комфортных условиях. То есть я здесь вот дважды кликнул на OpenPNL, я вижу, что у меня дает максимальный плюс, что дает максимальный минус. Я вижу общую ситуацию вот здесь, net profit по стратегии. Вот, если у меня есть время следить за сканером параллельно, я могу посмотреть, что происходит с watchlist, вот с этим. То есть куда двигаются пары, что растет, что падает. Ну, в этом случае это, собственно, вам делать не нужно, но вы все равно находитесь за компьютером, да, почему не посмотреть? И просто наблюдаем за тем, что происходит, или не наблюдаем. Собственно, вы установили лимит потери, вы установили take profit максимальный, при котором стратегия сама все закроет. И дальше просто наблюдаете или занимаетесь своими делами. Могу, конечно, показать другие окна платформы, но прелесть этой ситуации, что ни Level 2 вам смотреть не надо, ничего. То есть вот машина сама размещает ордера, сама мониторит ситуацию, у нее установлен общий лимит потери дня, установлен take profit, и здесь в данном случае время работает на вас. Не против вас, как обычно на Форексе, а именно на вас. Вы или сразу получаете запланированную прибыль. Вот как сейчас мы уже начинаем переходить в зону прибыли. Видите, уже вот эта прибыль пошла. Ну или если сразу прибыли нет, то понадобится просто время, за которое рынок вот эту всю диверсифицированную позицию выведет в какой-то плюс, который вам будет достаточно комфортно закрыть для себя. То есть если вот, например, 80 баксов или 100 там вам достаточно, вы можете просто нажать на flat, или там можно было поставить просто take profit по дню, закрыть take profit по дню такой-то, да, цифру меньшую, чтобы просто быстрее закрывался этот take profit. Но ограничивать свою прибыль тоже нет смысла. Дальше в процессе вы можете, в конце дня, обычно я это делаю, вы нажимаете кнопочку position log, и вам машина выдает вот такую таблицу,
которой вы наблюдаете интересные для себя цифры, а именно, какая была максимальная просадка, ну, на этот момент она была 57 долларов и прибыль 93. Какая, по какой позиции и какая максимальная просадка была? В данном случае максимальная просадка в течение этого периода, что мы тестировали в пятницу, была 15 долларов по франк-иене. Максимальная прибыль была 28 долларов, это уже хорошее соотношение, что максимальная просадка по любой из позиций, открытой роботом, у вас меньше, чем максимальная прибыль, которая по любой из позиций по той же была, да? То есть вот такой результат вы видите просто для того, чтобы иметь возможность, ну, видеть статистику. Давайте с этим днем закончим. Я закрою эти позиции, нажму просто flat. Понятно, что в данном случае все нас устроило. Давайте посмотрим еще какой-то день. Например, предыдущий четверг, да? Мы смотрели с вами пятницу. Я повторяю, я это делаю в режиме реального времени. Я не знаю, что там произойдет. Вот Tuesday я при вас загружаю исторические данные, чтобы все было честно. И посмотрим, как робот отработал в четверг. Так, данные загрузились. Опять не успел выключить все роботы. Ну, это только один из роботов стратегии, который у нас есть, RoboForex. Это вот их они все. Но я показываю именно работу этого робота сейчас. Поехали. Пошло движение. Даже мы не знаем с вами, что будет происходить. Единственное, что я делаю, я здесь дважды кликаю, чтобы увидеть сортировку по прибыли и по... что дает максимальную прибыль, что дает максимальный убыток. Зачем это делается? Ну, если вы находитесь за монитором в процессе работы, например, и вам хочется удалиться вот здесь, здесь, как видите, машина сама определяет входной лот. Мы с вами выставили просто депозит, и с учетом того, что каждая пара, ну, обладает разной волатильностью, стоимость пипа разная, соответственно, он автоматически высчитывает входной лот по формуле, которая там задана. Ну, в данном случае мы уже в плюсе, опять же, плюс небольшой, поэтому... Ну, не закрываем его, но вы могли это сделать легко, нажав просто на кнопочку flat. То есть этот день начался сразу с плюса, предыдущую пятницу нам пришлось еще подождать. Опять же, я не знаю, какая из этих пар и что будет давать, плюс или минус. То есть прелесть всей этой ситуации, что, собственно, вам не нужно ни зачем наблюдать, вообще ни зачем. Вы не должны наблюдать за новостями, вообще ничего не нужно делать. Более того, если вы что-то будете пытаться делать, результат будет хуже. Почему? Потому что машина здесь выигрывает не за счет того, что там мы написали что-то слишком умное. Нет. Просто здесь диверсификация идет. Идет диверсификация. Видите, разные пары открыты. Ну, конечно, там есть определенный алгоритм отбора этого всего дела. Иначе это было бы совсем легко. Но он уже создан, да? И вот я вижу ситуацию. Вот сейчас у нас там 90 баксов. Ну, великолепно. Что я могу сделать? Да, я могу зайти посмотреть. Фунт иена растет. Окей. Доллар, иена. Я могу посмотреть, что там происходит. Опять же, я не рекомендую это делать, так как машина сама справляется, как видите. Ну, тем не менее, да? Окей. Давайте закроем прибыль по этому дню. Я хочу посмотреть хотя бы еще один день. Хотя бы еще предыдущий, чтобы у нас было 3 дня. Да? Давайте посмотрим position log. То есть при просадке 21 доллар на момент закрытия стратегии мы заработали 58. Максимальная просадка была по австрал доллар, 10 долларов. Максимальная прибыль была 25 долларов по фунт иене. И давайте посмотрим еще один день, просто чтобы у нас была статистика за 3 дня. Ну, тоже этот день я не загружал предварительно, видите, он не отмечен зеленым. Среда. Загружаем среду. И опять начинаем работу с вами, которая заключается в том же самом нажатии на одну кнопку. Пошло движение. Конечно, данные здесь прокатываются в течение в 10 раз быстрее, чем в режиме обычного времени. Понятное дело, что так быстро вы эти деньги не заработаете, то есть пройдет какое-то время на реале, да? Но мы сейчас не об этом, мы сейчас о том, какие технологии сейчас уже созданы для того, чтобы трейдер мог... какое-то преимущество получать в рынке. Наблюдаем ситуацию, тоже среда.
То есть может ли сработать лимит потерь дня? Да, может. Но, как видите, мы с вами поэтому и просматриваем не один день и не два, а хотя бы три, чтобы видеть, что у нас за эти 3 дня получилось, да? Первый день у нас там было больше сотки баксов за то время, пока мы это наблюдали. Второй день тоже около $100 нужно легко было собрать. Давайте посмотрим при просадках, которые, по-моему, там и до $100 не доходили, да? Давайте посмотрим, сколько мы соберем в это время. Причем это все по восточноамериканскому времени, это время идет. Это еще даже не Европа, это еще Азия. Как ни странно это звучит, что на Азии тоже что-то шевелится. Европа, по-моему, то ли в 2, то ли в 3 по их времени открывается. Да, вот пошло движение в нашу сторону уже. Опять же, мы ничего не делали. Мы просто дождались того момента, когда цена перевалила, вернее, не цена, а вот именно из этих 11 позиций, часть позиций перешла в плюс. И опять же, мы не смотрим графики, да, ничего не смотрим. Могу я посмотреть график? Да, могу, но зачем? Мне машина сама высчитала входной лот, сама нашла пару, по которой я торгую, сама диверсифицировала это все дело. И сама наблюдает за лимитом потерь дня и за тейк-профитом. That's it. То есть от меня, как от трейдера, мало, мало что нужно. Это очень молодой робот, ему не так много времени, у меня еще нет какой-то крупной статистики по нему, ну и практически нет статистики. Но я поэтому и показываю это все на исторических данных, которые загрузил прямо при вас. Чтобы я не показывал это на старых каких-то днях, которые я уже мог проверить там и так далее. То есть я просто сам наблюдаю и вижу, как это работает, и понимаю прекрасно, что это классная тема. Ну вот опять мы переходим в плюс. Давайте посмотрим, сколько машина выдаст в этот раз. Я не проматывал все дни полностью по времени, ну потому что это ж надо какое видео по длине записать. Ну, тем не менее, мы видим, да? Опять же, у нас уже 125 баксов. Давайте посмотрим position log, сколько была просадка. При $102 максимальной просадки в этот раз, 116 прибыли у нас уже есть. Максимальная просадка была $32 по австралийцу тоже. И максимальная прибыль была 34. Вот эти цифры мне очень нравятся. То, что максимальная просадка по активу всегда практически меньше, чем максимальная прибыль по активу, это очень круто. Это дает хорошее ожидание. Все. Так вот это все работает.